Всем привет! Вчера проходил субботник, и хочу показать последствия субботника на детской площадке, которая находится во дворе дома 3 по улице Лавочкина в городе Химки. Вот это вот последствия субботника. То есть, причем субботник общегородской. Сами видите, вот что творится с детской каруселью. Вот такие ямы на площадке. Сейчас даже просто покажу саму площадку. Вот она, детская площадочка. Маленькая, с которой находится, ну, там турники. Вот здесь маленькая горочка. Прям заметьте, с погнутой крышей. Стоит еще одна горочка. Детский спортивный комплекс. И вот каруселька. Поломанная. Причем вчера, перед субботником, все было нормально. Вот стоят мешки. После субботника по всей территории, то есть не вывезены с мусором. Такая каруселька поломанная. И вот так вывернутые качельки детские. И вопрос. Для чего был субботник? Чтобы убрать как бы мусор и оставить мешки. Либо поломать детские горки. Вот, делайте выводы. Всем пока.